Лао-цзы. Тао-дэ-цзэн. Фото-перевод. Глава вторая. Когда все в Поднебесной узнают, что прекрасное является прекрасным, появляется и безобразное. Когда все узнают, что доброе является добром, возникает и зло. Поэтому бытие и небытие порождают друг друга. Трудное и легкое создают друг друга. Длинное и короткое взаимно соотносятся. Высокое и низкое взаимно определяются. Звуки, сливаясь, приходят в гармонию. Предыдущее и последующее следуют друг за другом. Поэтому совершенно мудрый, совершая дела, предпочитает недеяние. Осуществляя учение, он не прибегает к словам. Вызывая изменения вещей, он не осуществляет их сам. Создавая, не обладает тем, что создано. Приводя в движение, не прилагает к этому усилий. Успешно завершая что-то, не гордится. А поскольку он не гордится, его заслуги не могут быть отброшены.